Так что ж, товарищи, всем привет. Вот. Сегодня у нас будет небольшой рейс. Вот. Стримить не могу, поэтому буду короткий рейс в голове. Записи. Надеюсь, что вам понравится. Это мне. Я сделал некоторые дни так русские на машине. Ну вот, сейчас если пойду. Такой вот счет у меня. Здесь тигруда. И вот небольшую картиночку сзади кабины сделал. Ну что ж, поехали. А, еще забыл поставить форму на кабину. Хорошей работы. Так, сейчас форму поставим, не будет перенести. Шторка была, он сказал, что нету у меня. Начинаем движение. Да. Ну и чтоб нам не это, так сказать, в тишине, поедем.
держите середину, затем поверните налево. Поверните налево. Thank you.
nothing, Joker. Get down. Swords on my corners. Put my
my strength, put on my beam, put on the map, put on my team, take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rep, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains for the fame. Never thought I would, and now I'm running this. You don't wanna follow me, no motherfucking front of this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it does. Battling and I ain't never lose, we some motherfucking warriors. Миллиметры.
сейчас я хотел бы, ребята, чтобы вы послушали, как это звучит, когда машина заправляется. Самое главное послушать. Просто красота такая. Вот. Все, водила в кресле, пристегнулся, можно ехать дальше. Это просто нечто. Ну что, это добрый путь. Улегся. Чуть не вырезался. Так, сейчас будет первая стояночка, надо будет остановиться на отдых, чтобы ночью не ехать, хотя ночью прикольно смотрится машина. А, собака. Прикольно.
звуки просто бомба, блин. Если выйдет версия 1.42 с добавлением своих модов конвоев, блин, это будет большой просто. Двигайтесь прямо. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево.
Двигайтесь прямо. Да, даже на заход ты встречаешь эти ямы, блин. Прямо.
Держитесь правее. We'll be right back.
Держитесь правее. Сейчас будет. We'll be right back.
Я тебе кому-то сейчас по жопе дам.
Ну что ж, вот мы и приехали. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Будем улучшать наше видео.